Доброе утро, дорогие друзья. Мы на Майн-базаре. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Ага. В этой парке. Что-то они так припарковались нехорошо. Вот. И у нас... Еще один блогер идет. И у нас расставание. Вот. Да. Привет, Иришка. Привет. Привет, Оксана. Такси приехала. Все в торопях. Даже позавтракать не успела. Купи что-нибудь, какие-нибудь чипсы. Вон, купи чипсы. Не-не-не, сейчас не буду точно. Тем более вот этого сухарного ничего не хочу. Саши, пока. Спасибо. Иришечка, пока. Не тыкай мне вот эту камеру, дай мне, я с другой стороны тебя. Давай. Офигеть, эти блогеры. Эти блогеры. Засада какая-то. Мы приехали. Все, давай счастливого тебе полета в Непал. Передай привет Рухаку. И до встречи в Гоа. Все, пока. Давай. Буду завязывать хайр. Хайр, хорошо. Орай. Помнишь, как из Гоа, когда уезжали, песни, танцы, и вот так вот. Ну все, проводили. Да, мне нужно в аптеку. I need pharmacy. Ну, this, изобгал, да, давай, потом увидимся. Он мне уже с утра завтрак принес, проснулся в 6 часов. Ты голодная? Тебе бежать за завтраком? Я говорю, нет, не голодная, хотя я в 3 проснулась ночи, что-то. Опять у меня режим сместился, я выспалась, я убралась наконец-то в комнате, я вообще стала различать, что вообще творится в мире и в жизни. Вот. Ой, а Оксана мне звонит в 10, говорит, Ира, я проспала в 11 такси, а сейчас уже 10, у меня будильник в 9 не зазвонил. Я говорю, ты все успеешь, кроме завтрака. Позавтракаешь в аэропорту. Вот, так что мы с ней сегодня утром толком не увиделись. Изобгал, да. Мы вчера с Оксаной прочитали про этот изобгол, какой же он вообще прямо волшебный. Сейчас куплю и вам прочитаю, может быть. Изобгол, да. How much? А, small. Yesterday was 170. Поменьше надо. Вчера за 170 было, он самый большой принес. Они всегда приносят самые большие. Вот, вот он. И сабгол. This big size, I am. A small design. Ой, хорошо. How much one? Остальное докуплю в фотопарке. Вот, оказывается, еще какая-то расфасовка. Китна. 10 рупий. 10 рупий. Ага, так. Ну, давай мне, give me 5. And I will find something more. Ну, сегодня не так жарко, как было вчера. Или просто я опять привыкла. Нет, все-таки не так жарко. Какую-то сумочку вот вместо вот этой большой, чисто для ключей. How much? 100 рупий большая, да? Can I see colors? Нет, тогда надо бирюзовую, чтобы они были matching. This color, да? За такую цену сама говорит, ковыряйся, разбирайся. Ну, из бирюзовых только одна.
Так, вы у нас мейчинг. Думаю, такая мне хорошо. Я люблю вот на плечо, чтобы было. Дыхание вот. Взяла. Бери, говорит. Вот так. И может какой-нибудь еще рюкзачочек, но я не буду все в торопях. У меня есть время. Сегодня я почти вменяемая. Так, надо купить замочек. У Оксаны замка, оказывается, не было. Она говорит, а я пленкой заматываю, правда, не очень хорошо. Саша ей говорит, забирай наш замок, мы купим. Потому что всякое бывает. Так, где фармаси-то? Я еще в одну фармаси хотела зайти. Я говорила, наверное. Я прилетела, мне так стало ноги сводить, что я утром Саше говорю, иди покупай мне магний, таблетки с магнием. Вот он купил. Магнезиум и цинк. И кальциум. Супрекал или супрекал называется. Они что, не открылись еще? 11 часов сейчас. Надо было нам заранее сходить, ей омлет купить. Саши говорит, они перестали готовить омлет. Они рано утром начинают. Да, кстати, убрали уже свою сковородочку. Вон и фармаси. Так. Здесь уже аллопатия, здесь уже химия. Так приятно сейчас зрительницу опять встретила, зрительницу, подписчицу. Она говорит, я вам даже писала. Говорит, помните, какая тема была? Я сразу вспомнила, да, о чем мы переписывались. Я говорю, хотите на камеру сейчас что-нибудь расскажите там, привет кому-нибудь передайте. Нет, не хочу, говорит, у меня немножко там, ну, какая-то, ну, там, прыщики, воспаление высыпало. Я говорю, вот, вам как раз надо этот изобгол. Вы, говорю, почитайте, какой он чистящий, классный. Они даже сфотографировали. Она с индийским мужчиной была. Он сфоткал обложку. Я говорю, как же так? Индийцы не знают изобгол. Так, куда я иду-то? Я так обрадовалась, что мне вот эта усталость прошла, что готова прошвырнуться. Я потом. Потом. Завтра, наверное, tomorrow. Я знаю. Нет, дружок, я с мужем приду. Без мужа я не хочу. Хорошо. Хорошо. Каких? Иди сюда, говорит. А может, фруктов купить? Я хотела блузку купить. Короче, я Сашей говорю, я лечу. Я не помню, рассказывала я это или нет, потому что я эти дни была очень уставшая. Я ему говорю, я лечу налегке, с ручной кладью, без одежды. Привези мне немножко одежды. Прислала ему фото, какой одежды привезти. Вот. Он что-то набрал. Ну да, одну блузку вот эту вот он привез, которую я люблю. Как раз размахайку. Я говорю, вот как в Гуа, я носила такую одежду и вези. Ой, батюшки. Вот. Hello, guys. Hello, fine, thank you. И он привез мне какие-то блузки, которые не малы, то ли, ну, в общем, дупаты какие-то привез. Он думал, это блузки. В общем, мало чего нужного он привез. Я думала, что сейчас пойду и куплю себе еще пару каких-нибудь нарядиков. Но потом. Фруктик какой-нибудь, может быть, куплю. А мехенди надо, наверное, надо сделать. Яблочки.
Но главное, он привез чайник электрический, две чашечки, ложку. Это все я ему сказала, что надо, необходимо. И нож. Поэтому я могу даже, наверное, манго купить. Вот эти манго должны быть сладкие. Почем они, интересно? Сезон-то уже закончился. Как вы их сохранили? Чеснок большой. Надо будет чеснок. How much garlic? 1 kilo. 1 pound. 1 pound. 70. 70 и 70, 140. Ну давай, 1 pound. 250 грамм, короче, я его прошу. Пау, они 250 грамм называют. Как я сейчас готовлю, мне этого теперь хватит на 2 месяца. Я не сильно готовлю. Китна манго. 100 рупий. Can you give me almost ready what I can eat today? Ага, 1 kg. Прекрасно. Так. Сколько у нас там получается? 4 штучки. Почти. Поменьше ищет. Окей. One ten, 110. Ладно. Thank you. Ура! У меня есть манго. Все. Жизнь наладилась. Можно идти домой. Смотрите, какими мешками продают перец. И какими мешками они это покупают. А здесь вкусный кёрт можно купить на развес. Панир и молочко. А здесь мы с Олечкой покупали ей перед отъездом какие-то штучки. Это картошка, что ли, маленькая? Картошка. Видимо, сезон личи уже закончился. А помидоры сейчас у них дорогие. Саша сказал 110. How much tomato? Tomato is 60 rupees, 250 грамм. Ага, 60 рупий, 250 грамм. Uh-huh, 1 pound. Так, окей, thank you. 120-240 килограмм получается. У них были... наводнение и неурожай большой томатов в Индии. Сейчас они очень дорогие. Бывали времена, когда они стоили не только по 10 рупий килограмм, но бывало, что 3 килограмма на 10 рупий можно было купить. Когда урожай, и девать их некуда было, они демпинговали цены, сами с собой конкурировали. Так, надо, наверное, все-таки держать себя в руках. Я одну блузочку только потом куплю. Схожу с вами в наш проверенный магазин, в котором оптовики наши закупаются, русскоговорящие. И там я много покупала блузки. Может быть, одну куплю. Остальные у меня есть куда паться. Лед развозят. Вот так, Рома. Вот наш Хари Кришна Гестхаус. Саши вчера говорит, давай переедем в Yes Please Cottage. Он говорит, рублей на 600 дороже, но попонтовее. А мне так нравится наша комната на первом этаже. Она большая. Там хороший интернет. А как вот вы припарковались?
У вас же разные клиенты. Кто-то пролазит, а кто-то и застрянет. Вот. Говорю, давай в этот приезд здесь останемся. Следующий, может быть. Ну вот скоро лифт у нас будет. Так, ну все, пока. На время я прощаюсь. Еще увидимся. Хай. Манго, кстати, обалденное. Ем его, ну тут вот, в комнате отдыха. Очень вкусно, я просто это уже ем второе манго. Одно съела в комнате, все обляпалось, обкапалось. Думаю, буду есть над раковиной. Очень сладко. Вообще вкуснятина такая. Лайфхак. Обычно я с собой вожу тарелочки, и с тарелочками удобнее. А там ничего нет, стол обляпан, пол обляпан, сама я тоже. Очень вкусно. Надо будет домой подопасть взять. Но это был мой обед. Теперь только ужин. Все, два манго на обед. Думаю, хорошо. И вот про Исабгол я немножко нашла. Аюрведический регулятор работы кишечника и пищеварительного тракта. Сверхмягкий натуральный растительный препарат. Облегчает деятельность кишечного тракта. Производится из натурального экологически чистого сырья, полученного путем переработки шелухи семян подорожника вида Plantago ovata. Этот вид произрастает только на ограниченных территориях Индии и Ближнего Востока. А фармакологическое действие поглощает токсины из кишечника, антикатаральное, противопоносное, анти... Ну, в общем, ладно, не буду. Нейтрализует яды, увеличивающие население выгодных кишечных бактерий, ацидофильных и бифидофильных, и устраняющие нежелательную патогенную микрофлору. Поддерживает нормальную функцию кишечника при диете, бедной волокнами. И вот показания. Запоры, избыточный вес и ожирение в комплексе с другими препаратами, интоксикации, в том числе алкогольные, повышенный холестерин, дисфункция кишечника, геморрой, послеоперационный период, цистит, дизентерия, гиперхолестеролемия. Сухой ложкой берем чайную ложку препарата, заливаем стаканом теплой воды, вымачиваем некоторое время в теплой воде перед приемом внутрь, размешаем и быстро выпиваем. Запивать можно большим количеством воды. Необходимо запить еще минимально один полный стакан воды. Принимать 3 раза в день перед едой или через 30-60 минут после еды. Предупреждение, не превышайте 8-10 дней лечения. И внимание, во время приема Исабгола необходимо выпивать в течение дня 6-8 стаканов чистой воды. И обязательно советуйте со своим врачом, если собрались это пить.